Дарвинизм и терроризм. Дарвинизм стал научным фундаментом для многих извращенных и жестоких идеологий современности, который принес бесчисленные страдания человечеству в 20 веке. У дарвинизма есть свои этические нормы и методы, при помощи которых он воздействует на инакомыслящих и борется с теми, кто выступает с отрицанием так называемых научных доказательств эволюции. Фундаментальная концепция этой этики и метода состоит в том, чтобы бороться с теми, кто не один из нас. К примеру, в мире существуют различные вероисповедания, взгляды и философские течения. Последователи той или иной религии или течения могут относиться друг к другу двумя способами. Они могут уважать существование отличительных точек зрения и пытаться установить с ними диалог. Или же они могут выбрать путь борьбы и пытаться обеспечить свое преимущество, уничтожая себе подобных. Зверство, которое мы называем терроризмом, есть не что иное, как утверждение второго метода. Идеи Дарвина очень быстро проникли в сознание людей. История человечества 20 века полна примерами бессмысленной и жестокой борьбы с инакомыслием. Индивиды и группы, избравшие своей целью в жизни безжалостность и террор, могли никогда и не слышать о дарвинизме и принципах его идеологии. Но в конце концов они соглашаются с точкой зрения, что философия терроризма основывается на учениях дарвинизма. Их заставляют верить в лозунги дарвинизма: «В этом мире побеждает сильнейший, большая рыба поглощает малую, война – это доблесть, и борьба – это двигатель прогресса». Уберите дарвинизм, и останутся лишь пустые лозунги. В самом деле, если отбросить дарвинизм, то не останется ни одной философской борьбы. Все три мировые религии выступают против насилия, несут миру гармонию и мир, категорически отрицая какое-либо проявление жестокости, насилия или убийства. Жестокость и насилие уничтожают то добро и чистую мораль, что несет людям Бог. Однако дарвинизм считает конфликт естественным двигателем прогресса, а насилие – оправданным механизмом регулирования равновесия на Земле, имеющее полное право на существование. Террористы, совершающие свои чудовищные преступления, прикрываясь символами веры и законами ислама, христианства или иудаизма, на самом деле не имеют никакого отношения к религии. Ни один истинно верующий человек, какого бы вероисповедания он ни придерживался, не может совершить величайший грех на Земле – убить невинного. Это нелюди, прикрывающиеся святынями веры. Вот где кроются плоды теории случайности. Террористы могут утверждать, что они совершают свои бесчеловечные акции во имя чистоты веры, но на самом деле это те же атеисты, пытающиеся дискредитировать нравственные ценности веры и внушить людям идеи дарвинизма. Корень терроризма 20 века кроется в воинствующем атеизме, но никак не в религиозных мотивах. А синонимы атеизма – это дарвинизм и материализм.